Здравствуйте, друзья! И по многочисленным просьбам мы сейчас с вами поиграем в игрушку Zombies Start New Game. Я, честно говоря, вообще еще не стартовал, но игрушку эту я уже видел, поэтому думаю, что как-нибудь разберусь. Тут чувак разговаривает с зомби. И он даже не заметил, что разговаривает с зомби. Так, continue. He's eating my face. Он ест мое лицо. Так, секунду. Что это такое? А, пауза. Да окей, чё, разберемся как-нибудь. Оп-оп-оп-оп, типа мы бьем сейчас. Так, а где оружие? Какое-нибудь оружие? Есть какое-нибудь оружие? Нет никакого оружия, блин. Дайте мне хотя бы биту. Там горшок какой-нибудь дайте. Все что угодно. Так, где оружие? О, класс. Разрушаемое окружение. Это я люблю. Только что-то оно не полностью. Или это я слабоват? Давай. Мочим зомби кулаками. Все, я им всем отомщу. Но мне все же нужен какой-нибудь ствол. А что надо сделать вообще? Так, давай, давай, давай. Оп, чуть такое. О, класс. Класс. Я что, кидаюсь огнем? Офигеть. Надо собрать их кучу и сжечь просто. А, черт, нет, это не очень эффективно. Вот так гораздо эффективней. Сразу нескольких. Бах, бах, правильно, она пусть отвлекает. Круто. И последнее. Давай, все, кулачки пошли. Кулачки пошли. Давай, давай. Я надеюсь, моя цель убить всех зомби, потому что я вроде как сейчас пока именно этим занимаюсь. Так, давай, давай. Ну дверь что не пробивается, а? О, выживший. Отлично. Зомби, давай, давай, давай. Сейчас тебя к стенке прижму. Еще один. Так, давай, 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 давай. А может мне надо выживших найти всех? Давайте я просто их найду и все. Вот у нас еще один выживший. Вот еще один выживший. Так. Сейчас вот это с этим зомби разберемся кулачонками. Черт, ну нельзя даже дверь пробить. Ух ты, он подпрыгивает. Оп, прикольно. Растоптал диванчик. Я могу просто топтанием диваны уничтожать. Так, так, опа. Удар прошел. Все, тихо, 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 ребят, сюда. Зомби валим. Давай, давай, давай. Еще вот этого вот. У нас тут еще выжившие. Да, что правый, что левый. Почему все-таки у меня нет оружия? Я хочу какое-нибудь оружие. Хм. Ладно, видать недостоин еще. Ладно, давайте выживших выводить. Я вижу, что оружие есть. Черт, побери. Вы меня не обманете, я его вижу. Так, мне нужны еще выжившие. Еще выживший. Вот там вот я вижу еще выжившего. Так, ребят, вы все сюда, 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 сюда. Быстрее, 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 быстрее. Так, а как к тому попасть? Пум-пум-пум. Не-не-не, здесь неправильно, неправильно, ребят, уходим. Так. Как же к тебе попасть-то, а? Вообще все обойти надо, походу. Да. О, столовка. Так, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это замес. Вот это замес. Что это? Что это? Что это? Что это? Дайте мне какое-нибудь оружие. Вон, этот, как его... Блин, огнетушитель. Чем мне оружие? Сюда, давай, 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 зомби. Так, уходим. О, вот оно чё. А чё это 5 из 13 только у меня больше было? Ну, фиг с ним, давайте дальше. Это зомби тебя достает? Да, он пытается съесть моё лицо. А почему он пытается к ней подкатить?
Она аккуратненько уходит. Забавно такие, знаете, это в стиле, как же этот фильм-то был, зомби по имени Шон. Шон of the Dead. О, бита, да, детка. Вот это уже я понимаю, вот это уже серьезней. Давайте, ребята. Подходи по одному. Хотя мне бы лучше калашик. Ох, калашик мне было бы лучше. А почему двоечка? А, на цифру 2, наверное, все-таки. Давай, 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 зомби. Зомбарики. Так, берем выжившего. Зомбей валить. А заодно и ксероксы. Туда, вниз, вниз, вниз. Все, Ксюха, машем, машем, машем. Все, валим. Не, блин, медленно как-то. Ой, медленно. Нужно что-нибудь посерьезнее, там, не знаю, бензопилу, что ли. Какую-нибудь. Зомбик. Давай, сейчас мы скалы. Тут еще какие-то бонусы. Ух ты, аптечка. Класс. Все в труху. Да, вот так вот. За это бонусы выдают, поэтому все в труху надо. Компьютеры, будь они прокляты. Это она мне отказала ее убить. Отдать на съедение зомби, задобрить их. Так, давайте, всех в кашу. Или катану бы какую-нибудь выдали. Вот. Мне кажется, рубить зомби катаны, это вообще самый цимис. Так, снова еще какая-то женщина. Течка, отличненько. Так, высокопоставленный зомби. Ой-ой-ой, кусают, кусают, кусают. Не-не, не закусаешь. У меня еще... Ой, что это происходит? Звездочки? Найс. Ну-ка, давайте. Опа, нифига себе. Вот это звездочки. Вот это круто. Давай, бах. Офигеть. Звездочки — это сила. Оп, оп, 4х. Что за 4х? О, это походу усиление. Оно на время, наверное, да? Да, на время, поэтому надо им пользоваться. Надо им пользоваться, блин, пока есть возможность, пока я сверхсилен. Так, 6, 5, 4, 3, 2, все. 2, 1. Зомби, 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 зомби. Круто, опять звездочки. Офигенчика, офигенчик. Сюда, 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 сюда. Звездочки все просто рвут. Класс, а? Мне нравится. Ой, нифига себе. А, все, прошел, что ли? Блин. А, 13. Ну, в принципе, неплохо там. Так-то неплохо. Думаю, еще, может, уровень или два. Ух ты. Босс, что ли? Его оружие. Так, у него 1000 хитов, и он вооружен красной лентой, красным скотчем. Так. Опа. Так, парень. Все, вот нужно, короче, дождаться, пока он бросит, и напасть на него. А! Давай, 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 давай. Оп, сейчас он снова бросит. Сейчас, оп, бросок. И я такой бью его, бью, 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 бью. Оп. Отошел. Бью, 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 снова бью, 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 бью. Оп, отошел. Ах ты, черт, нифига не так. Неудачник. Отлетел. Сейчас я уже знаю, что делать, да? Знаю, что делать. Оп, 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 битый, убитый. Оп, отход. Так, снова битый, 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 битый. Опять отход. Так. Все. Давай, 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 давай. Оп, 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 молодец. А, мне его здоровье показывает внизу. Блин, мне только не до этого. Ай, так, сюда. А, черт, нифига себе он. Так, он нормально, так он бьет-то. Ай! Больно? Ай-яй-яй. Так, это что ж ты делаешь-то? Есть. Найс. Я уничтожил зомби-менеджера. Продолжаем. Зомби? Зомби? А мне дадут бензопилу? Давайте мне бензопилу молча. Нет? Блин. Так, а, вот этот чувак будет мне помогать. Попробуй держаться к нему поближе, ну, держать его поближе. Бла-бла-бла, все понятно. Давай, чувачок.
Вали зомби. Покажи, на что способен. Слушай, а он неплох. Однако ж. Чувак, давай. Ба. Ну давай пили их. Не, на него чисто полагаться смысла нет. Надо полагаться на себя, а он так, приятным бонусом пойдет. Так. Да, давай, давай, давай. Выжившего взяли. Выжившего. Надо, по-моему, туда сходить, что за выжившими. Давай, пили. Где-то здесь были выжившие. Вот, вот, вот. Секретарша. Все, еще одна. С ресепшена. О, тут тетушка. Тетушка, иди сюда. Еще один чувачок. Блин, зомби как-то, по-моему, пожирнели. Давай ты там с пилой. Подмогни мне маленько. Так. А, вот, чуть не пропустил, а? Блин, да тут их несколько. Окей, я вернусь за тобой. Все, 27 из 70. Интересно, это что такое? Это количество зомби? Сейчас узнаем. 28 из 70. 29 из 70. Это мое, наверное, количество убитых мною зомби. Мне кажется, нет смысла пытаться их всех уничтожить. Поэтому я, в общем, и не буду. Но вот выживших как можно больше я попытаюсь собрать. Ай, если сам выживу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё это их так много-то тут скопилось? Вдруг попёр. Давай, бензопильщик. Раскидывай их всех. Так, теперь сюда. На склад бумаги. А, давай, давай. Все ящики, все эти, будь они прокляты. Давай. Блин, бензопильщик, от тебя проку. Кулер. Кулер размазали. Так, дальше. Где-то здесь, да, вот они, ребятки мои. Заветные. Блин, да что ж такое. Ну, хотя тут аптечки выпадают так с завидной регулярностью, поэтому, в принципе. Ну что? Блин, их едят. Черт побери, я их мог больше вывести. Ну ладно. Ах ты, он мне больше не... Хотя он мне сейчас отдаст пилу наверняка. Мой отец мне никогда не говорил, что любит меня. Он попросил у него пилу, тот сказал, что нет, она мне еще нужна. Говорит, нет, у тебя руки нет, чувак, она тебе уже не пригодится. Sweet, sweet chain. Все, давайте, да, я знаю, мне сейчас дадут бензопилу. Ах, класс. Зомби опасны. Зомби наиболее опасны, когда у них есть все конечности. Бензопила может отрубать руки и ноги. И это сделает их менее опасными. Ну, давай. Найс. Круто, давай. Фу. Следующий. Интересно, а если я ее крутить, то это как-то влияет? Вообще нет? Ой-ой-ой, сейчас рванет ведь, наверное. Нет, не рванет. Хм, не рванет. Зомби. Крошим. Вау, что-то я ему отрубил. Я буду делать вот так вот, короче. Оп, 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 чтобы точно всем отрубить все, что можно всем. Круто. Ай, по кругу руби. Блин, а! Слушайте, у меня горючее к бензопиле заканчивается. Нельзя, короче, так рубать-то с плеча, как я пытаюсь, оказывается. Удачника. Давайте еще разок попробуем. Так, сюда. По-моему, он сказал мозги. Есть, готов. Так, не сюда. Отсюда. Так, оп. Не-не. Моя цель не зомби. Моя цель это пройти уровень. И собрать выживших. Да что ж такое-то? Что-то не прет прямо, а?
Еще разочек. Все, вот это точно последний будет. Ладно, все, да ну нафиг эту бензопилу. Возьмем биту, все. Старую, добрую, проверенную биту. О, нормально, городские беспорядки. Бита отбрасывает. Бита гораздо веселее. Оп, теченька. Отлично. Давай, подлый зомби, давай, давай. Буром тебя. Отлично. Нарезка. Так, прорвемся. Да что ты, я что-то не умею этой пилой пользоваться. Она так-то, наверное, классная штука. Сюда. Тайный план. Блин, не, нужна бита. Мне уже что-нибудь нужно, а то я сейчас закончусь. Дайте... Ой-ой-ой-ой-ой. Я был обречен. Ну, что ж, друзья мои, я, наверное, на этом действительно завершаю. Игрушка очень такая драйвовая, прикольно, что можно все уничтожать. Ну и опять же, толпы зомби. Вот, хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы как-то побольше сразу выдавали разного оружия. Но, с другой стороны, мне периодически выдавали звездочки, это было прикольно, это было весело. Ну, что ж, друзья мои, я предлагаю вам самим ознакомиться с этой игрой. На самом деле, если она вам понравилась, вы наверняка пройдете гораздо дальше, чем я. И спасибо вам за то, что смотрите мои видеоролики, и до свидания.